человеку отвернуть то, что он сделал 50 лет назад. Вы согласны? Поддержите нас аплодисментами. Так, дайте нам музыку. Время вперед. Сережа, дай ключ. Дай ключ. Не спеши, Александр, не спеши. 50 лет прошло. 50 лет назад он его закрывал. 50 лет спустя он его отворачивает. И это ли не традиции? И это ли история, которая происходит на наших глазах? Скручивай, Александр Михайлович, откручивай! Покажи его! Это твой бог! Твоя история! Спасибо, Сережа! У нас есть специалисты комбината благоустройства, которых мы поможем сейчас это сделать. Друзья мои, вы знаете... Поднимите вверх! Конечно же, конечно же! Конечно же, эмоционально все будет происходить сейчас. Мы с вами понимаем, что капсула могла не сохраниться. Мы с вами понимаем, что 50 лет иногда и жизни человеческой не хватает, чтобы прожить этот период времени. Но когда мы видим, что действительно сейчас может произойти, мы сами с вами не знаем, что там может быть. Но мы верим, что капсула там. Потому что когда мы говорили с Александром Михайловичем по поводу того, что как это все было сделано, это все было сделано на заводе, это все было сделано качественно. Тогда продукцию наших предприятий выпускали настоящие профессионалы. Профессионалы, которые делали настоящую, ну, продукцию для страны. Вспомните те заводы, те станки, вспомните те тепловозы, вспомните то, чем славилась Коломна, славилась своими трудовыми традициями, трудовыми коллективами. И когда 7 ноября 1967 года демонстрация, проходившая в Коломне, проходила мимо этой таблички, все были взгляды повернуты именно на нее. На эту табличку, которую мы должны были вскрыть, и мы ее вскрываем 50 лет спустя. 2017 год. 7 ноября. Аплодисменты, друзья мои! Вот оно, историческое событие в Коломне. Покажите, посмотрите. Пыль веков. Истории на наших глазах. И капсула. Капсула все так же блестит, как глаза и сердца тех людей, которые ее закладывали. Вот она, табличка. Капсула. Давайте протрем капсулу. Передадим ее специальный контейнер, который доставит наши юноармейцы в танкобежный центр. А там мы его вскроем. Аплодисменты, друзья мои! Дорогие друзья! Я бы хотел передать слово Алексею Гончаренко. Два слова о событии, от впечатления молодежи. Что чувствует молодежь сегодня? Здравствуйте. Думаю, большинство молодых людей, которые здесь присутствуют, такие торжественные церемонии видели только в кино. Но сегодня мы стали свидетелями этого праздничного мероприятия, которое останется с нами на всю жизнь. Я уверен, что здесь присутствующие молодые ребята, вы посмотрите, эти школьники, которые будут рассказывать через 50 лет эту историю, которую сегодня мы с вами творим. Спасибо вам большое за то, что вы подумали о молодежи 50 лет назад. И несмотря на то, что столько времени прошло, я хочу сказать вам, что пусть мы немного другие, но все же цели у нас и задачи одни и те же. И эти молодые ребята, которые вступают в патриотические организации, тем самым показывают свою любовь к родине, патриотизм и все самое лучшее, которое движет нынешней молодежи. Мы любим наш город и сделаем все, чтобы он процветал, чтобы процветала
наше любимое Подмосковье и наша великая страна Россия. Спасибо вам, с праздником!